Thank you.
Thank you.
But this has been a wonderful, wonderful evening, and I can't thank you enough for taking us through the wonderful journey of music, of sight, of sound, of dance. We were unfortunately unable to bring the taste of Turkmenistan, but that's another journey we hope to take in the future. But this has been a wonderful opportunity, and thank you all for being such an amazing audience. This is the beginning of a journey for us through Turkmenistan. It's not the last time. It is really the very beginning, and I'd like to thank the wonderful care of Bayramov for bringing this to us. Представьтесь, пожалуйста. Лиза Раунак. Молодат Раунак. Нурия Эсенгулова. Сафаркан. Насим Исмаил. Насколько вы знаете, такой концерт классической туркменской музыки проходит впервые в Северной Америке. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. Нам очень понравилась музыка. Это было очень красиво. Ностальгия. Это, конечно, такой дал из Туркменистана, из бывшего Союза. Мы очень рад увидеть таких программ здесь, в Канаде. Нам очень понравилось. Я очень рада увидеть своих традициональных вот таких репертуаров. И мне очень понравился пианист и танцоры. Очень было приятно, и я познакомилась со многими тут. Спасибо. Великолепный концерт. Ну и ваше мнение, пожалуйста. Мне тоже очень понравился вот этот пианист. Еще... который пел, пела тоже, да, очень эстрада, которая пела, очень тоже мне понравилось. Надеюсь, будущее тоже такой... продолжать. Да, будет продолжать. Спасибо большое, спасибо. Кия, мы поздравляем вас с замечательным концертом, великолепный успех. Я не буду спрашивать, как вам это далось, это тяжелая работа, безусловно, и бессонные ночи. Но вот каковы планы на будущее? Мы только что услышали, что это начало путешествия. Ну, планы, конечно, у меня грандиозные. Да? Ну, всегда, если нет планов, то можно закругляться. Я буду продолжать. Я вообще всю свою жизнь... сознательно отдаю творчеству своему отцу, да, и мне это, я получаю огромное удовольствие, то, что я делаю, и я просто, и знаете, сейчас я думаю, видел бы это папа, да, и вот мои сестры все, и моя мама, все переживаем, мы каждый раз, когда у нас какой-то праздник, мы все время переживаем, но сегодня я могу просто вот вздохнуть, и я выполнила мечту папину, которая свершилась сегодня. То есть у меня лист, и
одной меньше, да, но я буду это делать всю жизнь. Мы вас поздравляем, спасибо огромное, и спасибо. Я думаю, папа был бы очень горд вами, спасибо.